птицы не курят. И ты не кури. Ну как, прошло родительское собрание? Слушайте, Константин, у Машки уже четвертая одноклассница родила. Кто на этот раз папа? Все тот же одноклассник? Нет, нет. На этот раз физрук. Да. Ага. Машеньку пригласили на крестины. Я вот думаю, что подарить так, чтобы было вот и девочке хорошо, и малышу подошло. Может, Барби? Я думаю, что книга «Радость воздержания» уже поздновато. Жаль. А то у меня есть лишний экземпляр.